Арте Франс, Росбют Продюксьон и Ле Монстр представляют. Мифы Древней Греции. Прометей. Мятежник на Олимпе. Режиссеры Камиль Дельбера, Сильвен Бержер. Кто взошел на Олимп? Кто осмелился проникнуть во дворец Верховного Божества? Непрошенный гость здесь? Быть не может. Что значит подобная дерзость? Почему этот таинственный незнакомец похитил у богов священный огонь? Неужели он не понимает, какая страшная кара его ждет? Все началось давным-давно. Давайте вспомним. В начале времен был хаос. Потом появилась Гея, покровительница Земли. У нее родилось небесное божество Уран. Затем они соединились, и от их любви родились титаны, циклопы и гекатонхейры, то есть старуки и великаны. Одного из титанов звали Иопет. Иопет выбрал себе супругу Клемену. У них родилось четверо детей. Атлант, Минетий, Эпиметей и главный герой нашего рассказа – Прометей. Имя его брата Эпиметея означает «тот, кто сначала делает, а потом думает». Но Прометей – предвидящий, тот, кто знает будущее раньше, чем оно станет настоящим. Это редкое качество сослужит ему хорошую службу. Когда Зевс начал войну против своего отца Хроноса, чтобы захватить верховную власть, титаны объединились против него. Все? Все. Кроме Прометея. Его имя означает «тот, кто сначала думает, а потом делает». Прометей предвидел, что победителем в этой войне будет Зевс. Поэтому он предложил свою помощь будущему царю Олимпа и уговорил своего брата Эпиметея сделать то же самое. В предстоящей битве Прометей обеспечит Зевсу то, что ему необходимо. Силу, находчивость и хитрость, свойственные новому поколению титанов. Началась страшная война, титаномахия. Как и предсказывал Прометей, победителем стал Зевс. Наконец, на Земле началась мирная жизнь. Закончились битвы, подвиги и геройские свершения. Один день перетекает в другой, и ничего нового не происходит. Однако боги не привыкли к покою, им скучно. Никаких войн. Некого осчастливить, некого наказать, некого наградить. Тоска. Заскучавший Зевс призвал своего сына Гефеста, бога-кузнеца, который прежде ковал доспехи и оружие для олимпийских богов. Отец попросил его создать нечто новое, небывалое, нечто исключительное, уникальное, хоть что-нибудь для развлечения богов. Гефест задумался. Небывалое. Уникальное. Легко сказать, но что? Долго думал Гефест, и, наконец, у него родилась идея. Он собрал в своей мастерской 12 великих олимпийских богов, понял, что ему от них требуется. Смешать вместе землю, огонь и все первоначальные элементы. Из этих элементов боги создадут живых существ. Некоторым они подарят плавники, чешую и панцири. И эти существа будут называться животные.
Другие будут внешне очень похожи на богов, и они будут называться люди. Они будут только мужского пола. Вот теперь богам не будет скучно. Все готово. Остается решить, какие внешние и внутренние качества получат животные, а какие достанутся людям. Выполнить это задание Зевс поручил титанам Прометею и Эпиметею. Эпиметей полон энтузиазма. Он просит своего брата уступить ему эту работу. Прометей, несмотря на дар предвидения, дает себя уговорить. Эпиметей взялся за работу. Одних он одарил силой, других — скоростью. Кому-то дал длинную шерсть, чтобы защититься от непогоды. Другим — прочные копыта. Третьим дал толстую шкуру. Закончив работу, Эпиметей довольно потирает руки. Но как же люди? Погрузившись в мир животных, Эпиметей совсем забыл про людей. Посмотрите, вот они стоят перед ним, нагие, беззащитные, ранимые. Хуже всего, что Эпиметей уже раздал животным все качества и атрибуты, что дал ему Зевс, и он не может исправить свою оплошность. Прометей решил обсудить это с Зевсом. Титан попросил об одолжении. Пусть людям дадут средства для защиты от кровожадных зверей и для приготовления пищи. Пусть людям подарят огонь. Зевс соглашается. Он метнул молнию, и пламя охватило кроны деревьев. Людям оставалось лишь собрать ветки и поддерживать огонь. Наступил золотой век. Люди жили мирно и счастливо, потому что им не нужно было трудиться в поте лица. Не было ни смены времен года, ни болезней. Пшеница растет сама собой, никто не сеет. Довольно часто люди и боги собираются вместе на роскошных пирах. Жизнь идет сама собой, спокойно и беззаботно. Что это, если не рай? Лишь одна граница отделяет людей от гов. Хотя в то время люди не умирали, как сейчас. Когда приходил их час, они засыпали, без усталости и без боли. Тихо и мирно. Бог сна Гипнос приходил за ними и уводил их в тихую обитель душ блаженных, в место, которое называется Элизиум. Но однажды Зевсу надоело быть с людьми на равных, сидеть с ними за одним столом, принимать участие в одних и тех же пирах. «Пора», — решил Зевс, — «выделить людям особое место в мире. Пора установить порядок». Зевс на самом верху. Боги ступенькой ниже. И люди в самом низу.
Зевс устроил большой пир в Миконе, куда созвал и богов, и людей. Он приказал принести в жертву большого быка и разделить его на две части. Лучшая часть предназначалась, конечно, богам, а другая — людям. И от этого выражения «лучшая часть» теперь будет зависеть судьба человечества. Все боги одобрили решение Зевса. Не согласен только Прометей. Ему не по нраву новые правила. Особенно его возмущает то, что люди должны потерять все земные блага. И все же именно Прометею Зевс поручил совершить жертвоприношение и раздел туши. Прометей согласился исполнить волю царя, ибо он уже принял решение дерзко обмануть всемогущего Зевса. Жертвоприношение состоялось. Прометей начинает разделывать тушу. Затем он собирает кости, только кости, и покрывает их толстым слоем жира. Все вместе выглядит необычайно аппетитно. Это первая часть туши. Она несъедобна, но выглядит очень привлекательно. Потом Прометей собрал мясо, все вкусные и съедобные куски, но сверху покрыл их обломками костей и потрохами. Эта часть туши смотрится отталкивающе. Обе части Прометей показал Зевсу. Выбор между ними разграничит судьбы людей и богов. Разумеется, Зевс выбрал ту часть, которая выглядела привлекательно — кости, которые Прометей покрыл жиром. И поняв, что там лишь несъедобные кости и ни одного куска мяса, царь богов пришел в ярость. И пусть Зевса обманул хитроумный Прометей, заплатят за это его подопечные — люди. Для начала Зевс решил отнять у людей хлеб, зерно, которое до сих пор приносило обильный урожай само по себе. Отныне, чтобы выжить, людям придется трудиться. Затем хозяин Олимпа отнял у них огонь. Наказание было ужасно. Без огня нельзя приготовить пищу. Согреться в холодные дни и отбиться от нападения диких животных. Люди лишились источника света, который они использовали после заката солнца. Прометей бросился к Афине. Она влиятельная богиня на Олимпе. А еще это дочь Зевса. Афина благосклонна к Прометею. Он молит заступиться за людей, которых карают за проступок, которого они не совершали. Слова Прометея тронули сердце богини. Вот почему она соглашается, когда Прометей просит тайно впустить его на Олимп. Вы уже поняли, что это был Прометей, которого мы видим, заметно проник в жилище богов. Это он взял угли из священного огня Олимпа и спрятал их в полом стебле фенхеля. Он, Прометей, собирается вернуть людям огонь. Прометей снова бросил вызов царю Олимпа, и он будет наказан. Зевс его покарает. Царь снова призвал Гефеста. Гефест и другие боги создали мужчин.
Ныне Зевс приказал ему создать женщину. Глиняную женщину. Она должна выглядеть как богиня. Пусть она будет великолепна. Обладать поразительной красотой и всеми мыслимыми достоинствами. Афродита подарит ей грациозность. Афина облачит в прекрасные одежды. Горы, богини времен года, увенчают цветами, грации обовьют шею ожерельями, а Гермес, по приказу Зевса, вложит в нее ум, лживый, властный характер, сексуальный аппетит, который невозможно утолить, и, главное, любопытство. Эту женщину назвали Пандора. Ее имя означает «дар всех богов». И вот чудесное творение готово. Зевс вдохнул в нее жизнь. Пандора – первая женщина на Земле, прародительница всех женщин. Пандора — это пламя, которое Зевс послал людям. Оно греет и одновременно обжигает. Создание Пандоры — это ответ богов на кражу огня, совершенную Прометеем. Надо всего лишь свести Пандору с подходящим мужчиной. Но не со всяким мужчиной, с тем, кто сначала делает, а потом думает. То есть с Эпиметеем. Он все поймет, когда будет слишком поздно. Словом, он похож на нас. Он постоянно строит планы, хотя ход событий никогда не следует его замыслам. Хочешь рассмешить богов? Расскажи им о своих планах. К Эпиметею явился Гермес. Он доставил Титану изумительный подарок. Эпиметей сомневается. Брат, Прометей, взял с него слово, что примет от Зевса никаких даров. Ведь Прометей все знает. В отличие от своего брата, он может предвидеть события. Но красота Пандоры ослепляет Эпиметея, и он восторженно принимает ее с распростертыми объятиями. Одна важная подробность. Перед тем, как отправить Пандору на Землю, Зевс вручил ей шкатулку, великолепную, украшенную изящными орнаментами. В эту шкатулку каждый бог вложил нечто пагубное или опасное. В ней были собраны все несчастья Вселенной. Голод, жажда, болезни, смерть. Разумеется, Зевс посоветовал Пандоре не открывать шкатулку. Ни под каким предлогом. Беспроигрышный способ разжечь женское любопытство. В первую же ночь, что Пандора провела с Эпиметеем, она не устояла перед соблазном узнать, что же спрятано в шкатулке. Пандора тихонько встала с постели и подняла крышку. В ту же секунду на волю вырвались все несчастья, все горести мира. Все, что будет терзать людей до самого конца света. Зевс сделал так, что эти беды могли происходить неожиданно и неотвратимо. Людям будет не под силу предвидеть их. Им нелегко будет осознать, что несчастья тесно взаимосвязаны с благодеяниями, которыми боги прежде осыпали людей. Подчас в этом невозможно разобраться. Ошеломленная Пандора поскорее захлопнула крышку, но было слишком поздно. Прометей дважды обманул Зевса. Он выдал кости с жиром за хорошее мясо, похищенный уголь за стебель фенхеля. Пандора — вот ответ царя богов на подмену.
За прекрасной внешностью Пандоры скрываются ужасные бедствия. Отныне, окончательно отделенное от богов человечество продолжит свой род через оплодотворение женского чрева и будет сажать семена в землю, чтобы добыть пропитание. Добро и зло отныне неотделимы. Но не все потеряно. Потому что на дне шкатулки осталось еще кое-что. Дух, который не успел выбраться, прежде чем Пандора захлопнула крышку. Гермес посадил его тайком по приказу Зевса и назвал Элпис, что значит «надежда». Поэтому даже среди ужаснейших трагедий человечество сохранит веру и надежду. Зевс наказал смертных. Пришел час наказать их покровителя. Такой жестокости боги еще не видели. Прометей послужит уроком для всех. Он повелел приковать Прометея к скале на одной из вершин Кавказа между Черным и Каспийским морем. А затем приказал орлу прилетать и выклевывать печень титана. Прометей решил отдать людям самое дорогое и должен поплатиться за это. Каждый день орел прилетает и выклевывает печень Прометея. И это ужасное наказание будет длиться вечно. Каждую ночь Прометей страдает от боли, но на утро печень отрастает вновь, ибо титан бессмертен. Прометей принял кару богов с достоинством. Он не жалуется, не просит пощады. На самом деле, Прометей хранит тайну. Настолько важную, что от нее зависит будущее Зевса. И царь богов это знает. По этой причине он не дает своему орлу убить Прометея. Зевс ждет, что Прометей в конце концов сдастся и откроет свою тайну. Но прикованный Прометей молчит. Если Зевс желает узнать тайну, придется сначала освободить Титана. Так прошли тысячи лет. На земле боги, полубоги и даже простые смертные совершили великие подвиги. Всякий раз, как власти Зевса угрожала опасность, ему удавалось спасти свой трон. Но ему нужно узнать, что за секрет Прометей отказывается сообщить. Наконец, хозяин Олимпа уступил. Он отправил самого сильного из своих сыновей, рожденных от земных женщин, освободить Прометея. Геракл убил орла метким выстрелом из лука и порвал цепи, сковавшие Титана. Освобожденный Прометей сдержал обещание и открыл Зевсу тайну. Предсказание гласило, если Зевс возьмет в жены Фетиду, морскую нимфу, в которую он был страстно влюблен, она родит сына, который станет могущественнее отца и займет его престол.
Зевс немедленно положил конец своему любовному приключению и заставил Фетиду соединиться со смертным мужем. Прометей – божественный покровитель людей. А кроме того, он восставший мятежник. Он словно говорит нам, что защищать свои принципы – дело правое и порой необходимое. Однако он же нам говорит, что в одиночку принимать решения за всех – большая ошибка. Одаренный способностью предвидеть, Прометей упустил из виду этот момент.